Всем привет! Сегодня расскажем, как мы сэкономили в гараже место. У нас в гараже имеется вторая небольшая комнатка. Раньше она предназначалась для других целей, но теперь мы из нее решили сделать мастерскую и кладовку. А так как она очень маленькая, наша задача эту площадь использовать максимально рационально. Вот посмотрите, какую мы сделали конструкцию для хранения колес от мотоблока, шин для машин и прицепа. Сюда вместилось все, включая грунтозацепы от мотоблока. Можно еще сверху нижнего ряда положить фрезы. Здесь под этой конструкцией на полу будет два вместительных ящика, которые будут легко выдвигаться на маленьких подшипниках вместо колес. Сюда войдет все то, что выбросить можно, но жалко. Сейчас расскажем, как мы эту конструкцию сделали. Конструкцию сделали из металлических трубок диаметром 3 четверти дюйма. Пробурили в стенах отверстия диаметром 50 мм и глубиной 100 мм. Чтобы удобнее было вставлять трубки на место, мы их разделили на две части. Вот таким образом все это собирается и проваривается. Вот так все выглядит в сборе, осталось только проварить и зацементировать отверстие. Трубки сварить нужно ровно, и поэтому мы придумали следующее. Чтобы их ровно сварить, мы используем уголок и ступицы. Зачищаем швы и заделываем отверстия в стенах цементно-песчаным раствором. Так выглядит готовая конструкция. Она помогла нам сэкономить достаточно места в гараже. Вот так мы ее используем. В дальнейшем планируем в мастерской сделать водяное отопление, вентиляционную вытяжку, рабочий стол и полки. Кому интересно, смотрите на канале. Ну а на сегодня все. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч на канале. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Пока!